Заместитель акима области Ануар Ахмеджанов совершил рабочую поездку в города Жезказган и Сатпаев, а также Жанаркинский район. Цель поездки – разъяснение мер государственной поддержки форсированного индустриально-инновационного развития в регионе. На семинаре совещания по вопросам разъяснения инструментов поддержки государственной программы были приглашены представители предпринимательства малого и среднего бизнеса, фондов развития, банков второго уровня, акимы городов и районов. Мы проводили исследования внутри области и видим, что большую часть всей финансовой поддержки на сегодняшний день осваивают города Караганда и Темиртау. Ну это понятно, это интеллектуальный, кадровый, профессиональный центр Карагандинской области, но я считаю, что правильное и устойчивое развитие области, оно зависит от развития регионов, в том числе вот Жезказганский регион. Это совещание стало одним из серий деловых встреч с предпринимателями области, которые проводились с лета этого года. Они были необходимы, так как планы на бумаге и реальная действительность не всегда совпадают. Поэтому на совещании присутствовали специалисты, которые проинформировали собравшихся о тех инструментах, которые могут использовать предприниматели и руководители предприятий в продвижении и поиске проектов для участия в программах «Дорожная карта бизнеса 2020», «Производительность 2020» и карты индустриализации. На сегодня в автобусе в карту вошло 56 проектов на сумму более 300 миллиардов тенге. Чтобы стать участником карты индустриализации, необходимо подать заявку в местный акимат, представить полную информацию по проекту, далее ваш проект рассматривается Координационным советом и при положительном решении направляется в Министерство индустрии и новых технологий, далее включается в карту. И с этого момента проекты находятся на постоянном мониторинге, и мы совместно с вами, с проектантами, помогаем, чтобы этот проект реализовался, ввелся в эксплуатацию, и не только вводим совместно в эксплуатацию, но и далее помогаем, чтобы проект вышел на проект имущества. Программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана создана по инициативе главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева и находит широкое развитие в нашей области. В этом убедился и заместитель акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов, побывав на швейной фабрике товарищества с ограниченной ответственностью «Ютарий ЛТД». О том, как дальше проходила рабочая поездка заместителя акима области Ануара Ахмеджанова, вы сможете узнать из выпусков новостей Первого Карагандинского. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».